Всем привет, мои дорогие друзья! И сегодняшнее видео будет такое более домашнее, уютное, влоговое, потому что я немножко на больничном, у меня немножко такой домашний чил. Вот, и поэтому, может быть, сегодня немного меня будет в кадре, но я просто вас хочу немного окунуть в эту осеннюю атмосферу, показать, какие книги я читаю. Вот сейчас, кстати, хочу похвастаться, порадоваться вместе с вами, то, что у меня появилась моя читалка, моя электронная книга. Посмотрите, она какая маленькая. Я все-таки выбрала Onyx Books, это был подарок мне. Вот, но я просто счастлива, она такая небольшая малышка, очень удобная, и я уже туда закачала некоторые книги. Вот, допустим, сегодня с утра уже почитала «Солярис», потому что на нашем курсе литературоведа два раза в месяц мы выбираем книгу и ее вместе обсуждаем, и вот в этот раз мы выбрали «Солярис», и я сразу закачала ее себе в книжку и начала читать. Я думаю, что я «Солярис» быстро прочитаю, но я хочу что-то еще выбрать, такое что-то очень уютное-уютное. Будем вместе с вами выбирать и просто проведете день со мной. Поехали. Давайте сейчас вместе с вами выберем книгу, которую я сегодня буду читать. Это не факт, что я ее прям сегодня прочитаю за один день, но в ближайшее время буду ее читать. И если честно, я пока что даже не могу представить, что я выберу, потому что мне хочется что-то такое уютное-уютное-уютное, но также у меня есть и свои конкретные планы, которые я уже поставила на этот месяц. И вот к Стивену Фраю я думала взять его, но пока что, не знаю, мне хочется что-то более уютное. Брать что-то из классики тоже как-то хотела чуть-чуть расслабиться. Только недавно прочитала книгу Аркадия, поэтому Аркадию пока что сейчас тоже не буду брать. Также я еще начала читать «Семь сестер», «Сестра тени», но пока что хочу сделать небольшой отдых от нее, потому что очень интересная книга, и все-таки я боялась брать третью часть, думала, вдруг она мне меньше понравится. Нет, она мне пока нравится точно так же, как и вторая, но хочу сейчас чуть-чуть от нее отдохнуть. И думаю, что я, по-моему, поняла, что я хочу. Это, да, я иду в полки с Phantom Press. Да, и как вы, наверное, уже увидели, это Фэнни Флэг, о чем говорит весь город. Я думала, что успею ее прочитать этим летом, в конце лета, но я не успела. И все-таки Фэнни Флэг — это что-то такое домашнее, уютное и что-то... То, что дает надежду, то я думаю, что нам всем сейчас очень-очень сильно не хватает. Поэтому попробую отдохнуть вместе с этой книгой. Также давайте вместе с вами сейчас выберем книги на октябрь, построим планы на октябрь. Я думаю, вы все это любите, и сейчас будем думать вместе с вами. Ну, первое, что я точно буду читать, это «Искатель» Таны Френч. Я прям его оставила почему-то... Думала, успею прочитать в сентябре, но в крайнем случае это октябрь. Прямо в начале, мне кажется, буду читать. Потом это будет... Так, из «Фантома», наверное, пока что все. Потом это однозначно будет «Любовь и пепел» про Хемингуэя, про Вторую мировую войну. Я надеюсь, что удастся в этом месяце посидеть и в какой-нибудь уютный осенний вечер. Уже, я думаю, в Москве посидеть и почитать эту книгу. Также это «Ключи царства» Кронин, если успею прочитать, но очень-очень хочу. Давно уже все смотрю на эту книгу, думаю, что буду ее читать. И вот из университетских романов, я не знаю, что возьму, или «Свадебный сюжет», или «А порой очень грустный», но у меня пока ее нет в наличии, или «Тайную историю». Данный тарт. В общем, тоже буду думать, что-то из этого обязательно возьму. Пока что не могу придумать, что-то из этого обязательно. «Миф» я надеюсь, что я прочитаю в сентябре еще. И после того, как я прочитаю «Миф», я обязательно буду читать «Песня Хилла» Мадлен Миллер. Вот, эту книгу тоже буду брать. Я думаю, что быстро ее прочитаю. «Пиранези» уже, наверное, тогда
оставлю на ноябрь. Ну и, конечно же, если будет какой-нибудь жуткий марафон или что-то наподобие, то тоже что-то буду читать или из Брэдбери, или из Стивена Кинга, или, может быть, даже прочитаю «Сонную лощину». Очень давно ее хотела. Это, в общем, пока что мои только мысли, но какие-то вот основные книги, которые я буду читать, это вот, наверное, то, что я вам сказала. «Искатель», «Ключи царства» Кронина, «Песня Хилла» Мадлен Миллер, «Тайная история» или «Свадебный сюжет» и «Любовь и пепел» про Эрнеста Хемингуэя. Кстати, в сентябре я прочитала, как ни странно, очень много книг. Я даже не ожидала, что у меня так получится. Пусть она стоит так вот. Придется опять рассказывать про большое количество прочитанного. Вот, я прям была удивлена. И надеюсь, что в октябре у меня также пойдет продуктивное чтение, потому что я сейчас везде в дорогах всегда читаю. А с электронной книгой я надеюсь, что буду это делать еще больше. Сейчас мы с вами будем открывать посылку, которую мне прислала моя подруга, блогер Софи с канала «Книжная ведьма». И у нее открылся свой магазин стикеров и открыток «Ведьмин сундук», которые представлены в платформах Wildberries, и также можно заказать ВКонтакте. И там уже большой выбор открыточек с богами, открыток с писателями, также много-много стикеров, и это очень-очень здорово. Как всегда, запрыгиваю в последний вагон уходящего поезда, и до 3 числа у нее продлится розыгрыш стикеров, так что заходите, пожалуйста, а по промокоду «Пряничек» на весь ассортимент вам будет предоставлена скидка. Thank you.
прочитала я 60 страниц, там как раз до другой временной эпохи. И тут нам рассказывается о паре, которая хотела познакомиться. В общем, девушка Катрина, которая искала себе жениха, 24-летняя, и уже такой мужчина, который обосновался в городке, приехал из Швеции, швед такой, и искал себе шведскую девушку. Вот, и ему предложили по переписке познакомиться, ну, почти, да, там. И вот о их этой линии, о их истории этой рассказывается. Я сначала, если честно, не особо поняла, как это вообще относится к Fanny Flagg и вот к этому всему городку Elmwood Springs, который... Вот, но я так понимаю, что это вот как вообще, в принципе, зарождалось там вот эти вот поселения, потому что Лордер, это тот мужчина, он приехал, он был один из первых, который увидел эти места и который поселился там. Соседи были очень заботливые, женщины, соседки очень хотели его поженить на ком-нибудь, и они вместе с ним переживали и очень содействовали, помогали ему в этом. А вот дальше, наверное, пойдет уже о другом или поколении. Очень-очень легко идет, очень прям не оторваться тяжело. Вот сейчас, наверное, будет все больше и больше тех героев, которые мы видели в остальных книгах Fanny Flagg. Я, в общем, очень рада, что взяла эту книгу. Сейчас, может быть, посмотрим фильм. Прям настроение и погода за окном так и шепчет это сделать. Вот, а потом, может быть, дальше почитаю. На самом деле, пока что на минутку оторвусь от чтения. Я бы хотела показать вам свечку, она новая. Это Лев Толстой заказала себе. Решила попробовать. Ну, мне очень понравилось с Толстым. Думаю вам сейчас показать вообще все мои свечки, которые у меня есть, потому что свечки я люблю. Но я всегда в поисках чего-то нового. И сейчас моя там такая любимая свечка, это вот тульский пряник от Алисы Демы. Она делает... Потом еще у меня была свечка, вот я честно не помню, это Великий Гэтсби Беладонна, это тульские девочки тоже делают. Немного такой у нее запах прям на всю комнату. Потом я заказывала, наверное, вы видели такие свечи Light Me, я честно вот уже не помню, как называется эта фирма, наверное... Не знаю. В общем, это с мандарином, там запах декабря, рождественских таких праздников был. Вот. И сейчас она с деревянным фитилем. Вот она так вот прям уже запах пошел. Из этой же серии коллекции вот такая сидра. Тоже очень, кстати, вкусно пахла, но она не с деревянным фитилем. У нее обычный, но... Тут сейчас у меня проблема, сейчас я уже тяжело открыть. В общем, фитиль прям сразу падает. А потом вот такая вот у меня тоже есть свечка, тоже тульская девушка делает. Вот, но она была красивая, тоже такая новогодняя. Тут гвоздика была, апельсин, но при горении все уплывает туда, вот, к сожалению. Ну, наоборот, то есть когда горит, сейчас это все растает и будет видно. И еще одна у меня свечка есть от Bath & Body Works. Уже давным-давно я ее покупала, но она до сих пор пахнет. Пахнет вот ваниль. Такой сладенький, но вот как раз новогодний запах. Ну, как вы видите, она у меня до сих пор есть. Вот, это все мои свечки, но это еще не все, потому что я еще себе заказала свечек. И еще у меня
приедет, прям такая осенняя. Очень мне нравится. Первый раз заказывала, но давно на них смотрела. В Калуге делают очень классные свечки. Вот, буду первый раз заказывать. И еще одни там заказала тоже по книгам. Вот, тоже хочу, жду. Вот, пока что он найдет мои свечки. Как будут приходить другие, тоже вам буду показывать все, которые у меня есть. Так что вот так вот. Давайте дальше читать. Прочитала я еще немного сегодня, как-то мне прям не особо идет чтение, хотя книга очень-очень уютная, как все остальные книги Фэнни Флэг, и ты прям врываешься в этот городочек, а с этой книгой ты с ним растешь, растут семьи, которые приехали, растет наша семья Лордера и Катрин, разрастаются семьи. И другие появляются персонажи, как потихоньку автор внедряет остальные семьи, рассказывает про какие-то еще остальные случаи. И я там прочитала, я только что поняла, что я держу книгу вверх тормашками. Нормально. Вот. Ну, вы даже не заметили, да? Давайте сделаем так, чтобы вы даже не заметили. Прочитала сегодня чуть больше 100 страниц, ну, потому что я фильм посмотрела, и так вроде у меня как-то неспешный день шел. И просто отдохнула, скажем так, и я надеюсь, что вы тоже вместе со мной отдохнули. А еще я подумала, что нас с вами уже почти 1500, и скоро будет новый маленький юбилей, это 2000. И я хочу очень вам сделать какой-то подарочек, то есть разыграть какой-нибудь небольшой бокс, небольшой презентик с тульским пряничком, с чем-нибудь еще очень милым и уютным, может, с какой-нибудь книгой или с чем-нибудь еще. В общем, это я подумаю, потому что я очень рада, что вы подписываетесь, что вы остаетесь на моем канале, что вас становится все больше. И давайте поднажмем, рассказывайте своим друзьям о моем канале, рассказывайте там, я не знаю, о других социальных сетях, чтобы как можно больше людей подписывалось, чтобы нас как можно больше становилось больше. Вот. И на 2000 разыграем с вами какую-нибудь приятность. Я прям очень хочу это сделать. И я думаю, что на такой ноте надо заканчивать мое видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если да, пожалуйста, пишите в комментариях. Я буду еще такие видео уютные делать, потому что осень — это прям самое-самое, мне кажется, атмосферное время года, когда хочется поуютиться под пледиком со свечками и с какими-то уютными книгами. Вот, буду стараться сейчас делать как побольше влогов, влоговых каких-то видео, если вам такое нравится. А я вас всех очень сильно люблю, и пока-пока!